Изучаю окрестности на острове Биюкада. Самый большой остров из Принцевых островов. Из Принцевых островов. Господи, язык заплетается, вот не пила ведь. Господи, как здесь красиво, а. Ой. 1,5 часа на пароме. Паром считается в Турции общественным транспортом и действует Истамбул-карт. Здесь архитектура совершенно другая. Скорее всего, я бы сказала, как в Италии. Но я читала отзывы на форумах. Конечно, я не была в Италии, но почему-то я уверена, что в Италии именно так. А, местные детишки. Они не на турецком говорят. На каком языке они говорят? Остров, конечно же, был греками построен. Ой. От людей, с которыми сегодня плыли на пароме, сказали, что пляж закрыт и купаться запрещено. Почему запрещено, не знаю. Вот на этих Принцевых островах была в свое время дача у Троцкого. И вообще эти вот острова организовали. Здесь почему очень много богатых особняков, дорогих? Потому что здесь были в ссылку отправлены очень богатые люди. Вот как вот у нас отправляли в Сибирь на каторгу, сюда вот в Турцию отправляли на Принцевы острова, да? Неплохо, я считаю. Чтобы такого натворить, чтобы можно было... Вот оно, два лица Стамбула за моей спиной. Роскошный особняк из белого камня. И напротив этого особняка полуразрушенный дом. Стамбул этим и славится, что и роскошь, и тут же беднота. Я в Стамбуле побывала во всех закутках, вообще, мне кажется. Ну, конечно, не во всех таких вот, как сказать-то, но очень много бедных домов, очень много. И причем бедных в подавляющем большинстве, чем богатых. Вот, тоже, да, неплохой дом. Неплохой такой дом, растут пальмы. А что я снимаю? Как обычно, у меня не видно. Что я снимаю? Пальмы, пальмы, пальмы. Вот это как вот местный транспорт для передвижения. Можно арендовать фаэтон, лошади, я их сняла, там тоже видео покажу. А можно арендовать велосипед или вот такую штуку. Паром обратно в 18:30 и в 20:20. Так вот не знаю, на каком поеду. А, мушмула! Вот она, растет. Как бы сорвать, а? Ай, я не достану, я же коротышка. Нифига. Красивые дома, ничего, конечно, не скажешь. Такие пальмы. О-о! О-о! Ничего себе! Так, чего я снимаю? Ну-ка показать. Не вижу. О, вот, пальма попала. Как красиво! Ну все. Если будет что-то интересное, еще сниму. Пока!